это я покажу рыбки на цифровом осциллографе компьютерном, что даже без никаких сложных хитрых осциллографов и генераторов получаются рыбки. Вот я развертку буду менять, и рыбки будут пропадать. Это увеличение сигнала. Вот тут развертка. Вот другие рыбки появились. Тут, как видно, никаких рыбок нет. Приближаю. Вот даже появилась такая. Частоту пониже. А это 10 килогерц. Во какие рыбки. Ну то на самом деле там рыбок никаких нет. Вот какая осциллограмма. Амплитуда, тут частота. Вот такие рыбки появляются. Они появляются только на цифровых осциллографах, как видно, и в том числе на компьютере. Если они очень красивые, тогда значит это от особенности цифрового осциллографа. Какие рыбки. Нужно подобрать правильную развертку, и появятся нужные рыбки. Вот такие можно получить. И потом вдохновляться, какие красивые рыбки. На самом деле их нет. Раздвигаю, и нет никаких рыбок. Теперь частота 10 килогерц. Вот сделай 5 килогерц.
для наглядности, чтобы не такая была кривая амплитуда, а больше на синус похожа. Вот опять то самое. Теперь ищу частоту, где появятся эти рыбки. О, появились. Тут вот даже синусоида появилась низкочастотная. Во, какие красивые рыбки появились. Живые рыбки. Вот развертка какая. А на других развертках другие картинки. Это развертка.